have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Ладушки, мы с вами в Halo. С того же самого момента. Загрузилось немножечко раньше, мы просто поднялись на лифте. И так, что от нас хотят? Посмотрим. Модуль спартанца. Мьёльнир. Устанавливаю компоненты. Улучшается. Та-та-та-та-та-та. Что очередная проблема? Что? Why so cynical? It might be something good. Что так пессимистично? Trust me, it won't be. Так, ну давай посмотрим. Это на крюк? А, это, я типа выбираю ядро щита. Крепость дополнительно увеличивает емкость щита на 15 базового значения. Поразив противника, крюк оглушает его на несколько секунд. Кстати, хорошая штука, наверное. Улучшение. Я бы... Не знаю, я бы в броню пошел. Давайте пойдем пока что так. Потому что мой стиль игры как-то напролом. А вот я не знаю, взять ли мне гранатомет или... Да не, я, наверное, возьму свою стандартную винтовку. Да, я... Ой, блин, а чё на ней так патронов-то мало? Ладно, возьмём гранатомёт, хотя попробуем, как он работает. Немножечко на фоне начал заниматься лором этой игры, чтобы хоть как-то было интереснее. Ну, сама игра выглядит интересно, но знать предысторию еще лучше, правда? Теперь я знаю, что Мастер Чиф... Это у нас спартанец первого поколения, и он самый, типа, крутой. Также я знаю, что существует 4 поколения, если что. За третье поколение я сейчас играю в Halo Reach и Noble Six, если что. Да, это все мне теперь знакомо. Это предтечи? Кто ты такой вообще? Да, я теперь знаю, кто такие предтечи, я немножечко разобрался в лоре. Не то чтобы полностью, он слишком огромный. Слишком огромный, слишком глубокий и объемный для того, чтобы полностью понимать, что здесь происходит. Но теперь я хотя бы хоть что-то, хоть где-то, хоть немножечко начал видеть. О! Я сначала... Так. Это я такие фейерверки типа устраиваю. Неплохо. Одно я немножечко не понял до конца, что все это время, наряду с остальными противниками, мы сражаемся, кроме предтеч, мы сражаемся с Ковенантом. И Ковенант уже то ли в четвертой части, то ли что-то такое, был на издыхании там уже. До свидания. Практически все, но сейчас я так понял, что мы столкнулись с изгнанниками Ковенанта. Ух ты, какая штука. Похожу с этим. Дай минутку, я смогу переходить управление. Мы... Да, значит, Тремониус пал в бою, погиб против Мастера Чифа, но не льсти себе. Среди изгнанников Тремониуса не было лучше ни в чем. Не был лучшим ни в чем. А, то есть, типа, вы самого лоха ко мне послали, что ли? Что ж, очевидно, со мной ты пока еще не знаком. Я, конечно, знаю тебя, спартанец. Слыхал легенды, ты вселяешь в слабых завидный страх, но надежды, что на тебя возлагают сородичи, все тщетны. Да-да-да. Хочу, чтобы ты узнал мое имя, услышал мою легенду, чтобы знал... Кто ты такой вообще? Давай, одноглазый Джо, вали отсюда. Ты Шавуха, да? Полководец изгнанника. Знаю, что... Вот эта пушка, глянь.
Ну, да, я знаю, что пятая часть у нас закончилась на том, блин, я полэкрана себе закрываю этой фигней. Чем она хоть стреляет-то? Look at this place. It's so full of more monsters coming to kill us. You're gonna need to clear me somewhere to land. Incoming. Ну, я сейчас из этой штуки постреляю, но на самом деле... Ладно, мощный, да. Может, вы не будете рыпаться? Ай! Чем? Чем в меня так попали, что весь щит снесли? Ладно, пойду поменяю эту штуку. Она, конечно, крутая, но мало патронов и... Ой, мне что-то более легенькое дали, прикольно. Попробуем из этого пострелять. У меня тут... А, у меня тут бочки, может, у меня бочкой? Плохо, кстати. Нет, ну неплохая винтовочка. Ой, иглы летят. Игла самонаводится, что ли? О, кого-то убило. Еще кого-то убило. Я их порастрелю отсюда, мне нафиг надо. Не самая мощная штука, ну или я просто плохо попадаю. Да, надо по голове сказать. Ну, это логично, что надо по голове. Да, да. Этого можно взорвать. Свидание. Сейчас патрончиков не подберу. Надеюсь, что будут. Так вот, вроде как прошлая часть закончилась на том, что боссом был Артрид. И мы его вроде как убили. Ну вот, по крайней мере, сейчас он уже мертвый. Вот. А сейчас боссом у нас будет Шавуха, да? До свидания. Хорошо. Вот эти все изгнанники, это, в общем-то, тоже как бы часть Ковенанта. Ой. Опа. Так хорош. Это я уже расслабился просто. Хэд. 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 Ты там. Погоди. Да. Постреляй мне тут. Есть! Так мы не договаривались. А чё это его бочками не задело? Снайпа выручила. Хорошо. О! У меня тут миниган есть. Давайте я заберу. Я не против. Я медленнее двигаюсь, но... Главное, перебил все население, потом... Ой, миниган, давай заберу. Ладно, не все. Грена! Твою за ногу. Чувак, мне кажется, ты тут просто под раздачу попал, да? Что у вас тут, пистолеты?
О, револьвер, кстати, можно будет забрать. Не, нормально, нормально, хорошая штука. Давай сюда, ты трус. Чё? А, это ты сдулся. Ясно. Ну, я эту штуку... Кто? Я эту штуку сейчас выстрелю, потом посмотрим, что я возьму. Может быть, на револьвер вернусь. Тоже хорошая вещь. Война кончена, ты победил. Эти ребята мне нравятся. Кто? Что? 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 На! На, дружище, на, угощайся. 28% осталось. Мало, хочу больше. Чуваков поразносило просто в разные стороны. Ой, Грена, блин. Видишь, я тоже так могу. Так, ладно, меняем оружие. Это все, конечно, весело. А, все. Блин, пулемет прям хорошо зашел вовремя. Значит, мне нужно куда сюда, понятно. Ну, пополнили себе еще полузумочку, тоже нормально. Типа с пулеметом было весело ходить, на самом деле. Let me see. The Banished are using a modification of the Covenant's Battle.net protocol. Pretty easy to push through, and done. I've removed this location from their system. We're safe here. LZ secure. Мы здесь. Не надо мне, пожалуйста, говорить, что мы будем строить базу, ладно? Давайте оставим Halo как Halo. А они там такие, ой, а что это у нас целый регион исчез с этого? Не, они так не подумают. Ну ладно, не, на самом деле, мне пофиг. Чувак, ты уже не надеялся, наверное, да? Блин, чувак, ты в будущем, фига ли ты так голограммы пугаешься? А, я понял, ты испугался не голограмм, ты испугался Кортаны. I was created by Dr. Catherine Halsey to mimic this installation security to trap Cortana for deletion. I was successful. Cortana's no longer a threat. And now she's going to help us stop the Banished. Of course she is. I think I'm with you. I didn't even know what a Banished was an hour ago, and even I can see the odds aren't great. Yes. Yes, you should listen to her. You're gonna get us all killed. Oh, this is fascinating. You're trying to survive. But I was programmed to die. Really? One person with a death wish wasn't enough. No, I was just figuring what I'm supposed to... Wait. I'm picking up a UNSC distress signal. О, пойдем посмотрим. The source is 4 kilometers from here. Here is the distress signal's point of origin. Опа! This is our current location. This was, until 2 minutes ago, a Banished forward operating base. I say was, because now it's ours. Chief, what is she talking about? Now, here's the cool part. There are more UNSC forward operating bases that have fallen into Banished hands. Да ладно. Well, pause. They have paws. Вот лапы, у них лапы. Each one is associated with a territory. Here is the location of the UNSC signal I've been tracking. And here are 2 more fobs. Ага. Mark it. Let's go. Let's go.
What? А скажите, что у меня будет какое-то быстрое перемещение, пожалуйста. Я что-то совсем вылетело мне с головы, что мне говорили, что это Halo будет с открытым миром. И я такой об этом забыл, и начало было довольно линейное, и сейчас для меня это было... Наверное, больше шоком, что ли. Ёлки. А, это и будет наше... Ух ты ж, ё, а... Тактическая карта. База Альфа, а ты кто такой? Фундамент. Спустился в недра Ореола Дзет. Что? То есть, погодите, я сейчас сяду в корабль, и мне дадут выбирать, куда я хочу, или как это работает? А если я хочу вот сюда? Стоп, создать точку маршрута, что, блин? А как это работает? Ладно, поехали, посмотрим. Может, он мне даст выбрать, куда лететь, или... Че, крутые парни не закрывают док при полете, да? Иначе как мы посмотрим, что творится на улице? Если что, рампа закрывается. Это вот мы, типа, просто вот... Стиль крутого парня. Да, тут красиво, не спорю. Вот вообще согласен на 254%. Не для всех. Ну, как бы, да, наверное. I have a question. I was created to lock down Cortana, but I don't know why. What did she do that was so wrong? Так хотела захватить все человечество. She was our target. I understand that, but is this classified? Because I don't have all the information. Chief, this is insane. I see baddies everywhere. Did you hear me? Everywhere. What intel did Dr. Halsey give you before your mission? Halsey only tells people what they need to know. Fly a pelican straight into enemy territory. No one will ever notice. Так я хотел зачистить это все. Я просто не знаю, как это делается. Feels like something's missing. Guess what? They noticed. They all noticed. And we've got a baddie structure up ahead. Armored. Very heavily armored. It'll have to wait, I suppose. Ладно, да, потом продолжим. How close? We're unarmed, and you're asking me how close? Put us down here. Here? You're still doing this. Hope this works, because it's as good as it's gonna get. It's close enough. It better be. I'm getting out of here. We're close to the UNSC signal's origin. Source. Unclear. There's just too much chatter on all banished channels. I keep hearing the tower. It's probably the main structure we saw as we flew in. База, возвращение, башня. Ну, мне явно все это нужно.
Следите сигнал, да-да-да, бла-бла-бла. А, меня другое интересует. Я же без... Ну, то есть, это, грубо говоря, ну, остров. Я же, например, на базу Дельта или... Черт, а я мог по дороге добраться. Они находились все там, да? То есть я мог не брать шаттл, а вот тут есть дороги. По дороге... Я просто думал, что мне на шаттле будет выбор, куда лететь. Но он меня перекинул сразу... Ладно, 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 я понял, поехали. Неважно, мы уже здесь, значит, давайте зачищать сначала эту область. А потом уже... Монстры, но у них же лапки. Какие-то животные. Что за звук? Где это? Зачем это? Я вас не вижу через деревья, так вообще-то нечестно. Фига себе. О. Это я заберу. Вот что это был за сигнал, я понял. You heard the captain. We're falling back to Hangar Bay and getting off this ship. О. Heading for the ring surface with the banished all over us. Do you think you're safer here? Pick up the wounded. The Infinity's lost. We are not. Так кто меня сбоку-то? Ах ты ж. Успокойся, чувак. Тоже успокойся. О, тут есть еще одно. А, я понял, сейчас. Можно было с того пулемета их профигарить. То есть можно было залезть вот сюда и вот так вот. Кто знал? Что у нас по снайперке осталось? У меня сейчас эта тупая привычка в первом Halo. Ты просто на единицу меняешь оружие. Я сейчас хочу сменить оружие. Кликай на единицу, оно не меняется. Я уже раза три так протупил. Так, тут гренки. Гренки можно было, кстати, использовать. Ну, у нас этот стиль топора, да? Захватываем эту базу. Так, посмотрим-ка. Да, была правда, достаточно просто поболтать с защитной системой сигнальника, в смысле выгнать ее отсюда. Она не очень-то умная и готова. А чё бы нет? Each fob seems to be linked to the battle net. And if I do this, we can piece together what the banished are up to. For instance, over here is some kind of banished outpost. Purpose? Unclear, but it's well defended, so it's definitely worth looking into and blowing up. And here is what I can only describe as someone that the banished value
highly. Noted. Mm-hmm. His bio is interesting. If you want to see for yourself, it's waiting for you in the database. Mm-hmm. They're tracking UNSC transponders too. Caches containing valuable equipment and intel. Oh no, it looks like there are multiple UNSC squads engaged in trying to survive. They need Серьезно? Your help, Chief. Серьезно? Так, я бы вот... Ну давайте, я близко. Are you ready, Chief? What do you think? I already told you that the odds aren't great. For them. Then let's go find out what that signal is. Mongo's drop-off approaching your LZ, Chief. Да? Ёлки-палки. Не, ну туда как бы дофига. Давайте я тогда сначала за модулем спартанца смотаюсь. Открытый мир. Исследование, блин. Это я себе пулемет отбил на машине, да? А я могу его взять? Наверное, нет. Ну да пофиг, в принципе. Получается, чтобы забраться на ту гору, мне нужно сначала спуститься с этой горы. Не падай, пожалуйста. Outpost we learned about at the FOB. Looks like some kind of salvage operation. What's our move? Shut it down. Не-не-не-не-не, чувак, стой. Я вообще не про это. Это офигеть как непривычно. А можно и так. Так, модуль спартанца. Это я заберу. Короче, все, что прокачка, это я забираю. И я могу сразу же... А тут два надо. Электрошок, это я могу... Ой, блин, я же веревкой вообще не пользуюсь, кстати. А, наверное, надо бы. Тогда я пока не буду его тратить, подождем. Может, будет, а может, не будет. Посмотрим, как это вообще все работает. Прикинь, я чуть не потерял свой мотоциклет. Так, а отсюда как? Отряд получается по этой дороге, потом направо, не по этой, по этой. Вот тут направо. Управлять штука так себе. Ну, транспорт в Halo всегда управлялся не лучшим образом. Скажем, это традицию они сохранили. The signature suggests a squad of Marines. Alive. No response on comms, but if they are, it's a sure bet they need our help. Let's find them. Я понимаю, я сначала сюда съезжу. Do you hear that? It's coming from that communication tower. Чуваки, тут экшена на квадратный сантиметр просто 100-500. Chief. Enemy reinforcements. Какой enemy? Что, блин, идите? Я вообще по одной метке еду. Что вы мне про другую-то? Reinforcements к чему? А эту карту ее крутить. Карта неудобная, честно. Вот прям карта неудобная. С этим ничего не поделаешь. Так, а забраться... Лазилки у меня никакой нету. Так я к ним никак не доберусь. Не, погодите. Блин, вот прям запутали меня.
Убери. Да, чтоб тебе. Ну, пойдем к вот этим вот ребятам тогда. Чертова, если они живые, пойдем поможем. А я не убьюсь, кстати. Ну, с другой стороны, падать... Падать с орбиты нормально, чё бы упасть с горы, это ненормально, что ли? Минус. Минус. Вы там что, с пулемета фигарите? Это чё, чё это такое? И нафиг. Упс. О, а чё... Блин, я не то собирался сделать, выйди. У меня патроны закончились. The UNSC lost so many on this ring, but now that you're back, they've got a fighting chance at survival. Круто. Так я возьму вот это, наверное. Пофиг, я возвращаюсь к своей винтовке. Мало патронов на нее, но... Ну, типа, да, мы тут справились, затащили. Мы крутые красавчики. Пойдем тогда посмотрим, что это за красная база и что они там хотят. Блин, что, может тачку взять? Честно, мне здесь транспорт, ну, не прямо здесь, а в принципе в серии Halo транспорт не очень. Я предпочитаю сидеть на... вот... Спасибо. Не надо мне... Я не хочу союзников. Я как бы... Нет, я понимаю, что Halo, оно всегда было такой фишкой, что типа ты не один. Что ты всегда в составе армии, всегда есть куча народа и всяк... О, привет, ребят. Неплохо ты меня шарахнул, дружище. Да? Где? Кто? А кто? Это тупо базука, что ли? Что-то там полетело. Так, а где было... Вот, вот это, с прицельчиком. Машину вы... там, вон моя машина. Все, я понял, хорошо. Да, в принципе, это 300 метров. Я еще не понимаю, как тут расстояние работает, надо будет посмотреть. По крайней мере, на машине можно сходу у кого-то переехать, что уже неплохо. Вот, хотя я всегда предпочитал ездить стрелком, но... Я так понимаю, что в открытом мире без машины будет тяжело. Cowardly coward. Nothing changes. До свидания, чувак. Я у тебя вот эту штуку заберу. Для штурма подойдет лучше. Неплохо. Опс! А где меня сохранило? Короче, да, вот так вот в размен идти не в мою пользу. А, вот я где. Все, я понял. Все, 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 договорились. Опять я на единицу нажал. Ах, там щит, ах ты тварь. Слушай, хватит метаться, как в это ужаленный. Поньк, минус.
Греночка такая выпала одинокая. Прям аж грустно стало. Три патрона. Не жирно тебе будет три патрона, дружище? Ты-то откуда взялся? Ну да, здесь его сделали гораздо более уязвимым, чтобы было хоть как-то... Классно. Патроны закончились. Ты сдохнуть не хочешь там, например? Вот, спасибо. Наконец-то, блин, это прямо нужно хедшотить, 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 и только потом... Оу-оу-оу-оу, осторожней. Это оружка? Нет, это не оружка. Ого-ого-ого, кто? Спасибо, что предупредил. Граната! Видите, я опять не ту оружку выкинул. Тут есть, короче, такой баг, что ты пролистываешь оружие, но оно не сразу переключается. Я так уже один раз револьвер потерял. О, кого-то убил. Ты типа местный босс? Ну, видимо, да. Давай-ка мы... Сдохни уже наконец-то. Так, оружка. Да, я знаю, что ты изгнанник. Я тебя сейчас еще из этого мира изгоню тоже. Чё орём? Все? Да, мне тоже так кажется. 17% мало. Надо бы... Послушаем аудиозапись. Sworn Locke is already well underway with the next stages of Breaker Trip, but each time out, I wonder if we've pressed our luck too far. And now, of course, comes my favorite part of my day. Debriefing with Dr. Halsey. The good doctor's unquestionably brilliant, but at an ever-increasing cost. Так, ладно. Я под... Я подумал, что оно уже не взорвется. Давайте после того, как я их всех убил, пожалуйста. Да, спасибо. Ого, и все эти кристаллы начинают гореть. Надо пользоваться этими бочками. Я немножечко не осознавал их разрушительные свойства. Хм, тактически. Another fob in UNSC control. And in the shadow of that banished tower. The closer we get to it, the stronger the UNSC distress signal becomes. The source has to be inside. То есть, по идее, вот это наша главная цель? Башня? Да, я понял. И у нас тут есть куча маленьких всяких вот этих вот
Есть цитадель откупа. Это то, что я только что забрал. Короче, ладно, ребят, что я думаю? Поскольку это открытый мир, и тут прям дофигища всего, я думаю, что мы с вами не будем прям смотреть на все. Как бы нам это все получше-то сделать? И, возможно, я буду какую-то часть мелких вот этих заданий проходить вне кадра, просто чтобы прокачаться и не тратить ваше время. Какие-то интересные вещи мы будем смотреть вместе. Ну, потому что я не вижу смысла все это проходить вместе и зачищать вместе. Оно все будет довольно однообразно, как по мне. Давайте какую-то часть мелочи всякой я буду собирать за кадром. А крупные интересные вещи мы будем с вами смотреть вместе, так как вот такие вот сюжетные задания, всякие крупные базы и всякое такое. А всякую мелочь, типа вот такого вот активно. Совершая чудовищное естественное поле боя, Блирск. Ну вот, короче, вот как мы вот тут помогали солдатам, отряд Кайман. Это было, в общем-то, ну, вот разочек посмотрели, я думаю, оно все дальше будет точно такое же, это просто файт. Праксис-поинты какие-то пособирать, какие-то мелочи глянуть. Жалко, что карт не приближается ближе, это прям агитационная вышка. Вышки, тут тоже есть вышки, привет, Far Cry, блин. Так что я предлагаю таким образом... По мелочи я тут буду потихонечку делать какие-то вещи, и мы с вами записывать будем именно большие какие-то куски, большие какие-то вещи, которые будут важны. Пишите, что вы об этом думаете, а пока что давайте тогда завершать на этом серию. Спасибо, что были с нами, всем удачи, добра, всем молодшек и всем покеда.